Скажите, у вас есть какие-то принципы, свой личный кодекс, которым вы руководствуетесь? Какой принцип? Кому я могу принципиально сказать что-то? Я слишком добрый. Я банк никакой в мире не доверяю. У меня нету банка, никакие деньги. Чем далеко родственникам, вот соседы помогают. Соседы долю имели. А я для себя не жил. Мой хобби – спорт. Киргизбаевич Абдувалиев, мастер спорта СССР, заслуженный тренер Узбекистана, президент Ассоциации спортивной борьбы и вице-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, международный спортивный меценат. Награжден орденом «Заслуженный тренер Узбекистана». В честь годовщины и юбилеев независимости Республики Узбекистан памятными знаками Мустакинлик, орденом ЮНЕСКО, золотыми орденами Международной федерации любительской борьбы ФИЛА и другими международными наградами. Салимбай Абдувалиев с детства занимался вольной борьбой и был членом молодежной сборной СССР. Неоднократный чемпион Узбекской ССР, победитель и призер всесоюзных турниров. Салим Киргизбаевич удостоен международной премии Людвига Нобеля. Эта награда торжественно вручена ему в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, где он стал первым представителем Узбекистана, удостоенным этой престижной награды. Данная премия присуждается знаковым личностям современности за выдающиеся профессиональные достижения и безусловные заслуги перед человечеством. Двери Дома спортивного мецената всегда открыты для гостей. У него дома побывали многие ведущие политики и руководители международных организаций, мастера искусства, тренеры и звезды мирового спорта. Добрый день, Салимбай. Спасибо, что согласились поговорить. Вы 50-го года рождения, да? Да. И вы занимались вольной борьбой? Да. Я по вашему вопросу понял, вы тоже борец, по-моему. Да, по сути, по моему ушам. Да. В каком возрасте вы начали заниматься борьбой? Ну, что там, как все дети начинали в наше время от 12, там, 13, 14, до 15, вот этих пор занимались. Только единственный Советский Союз занимался с такого возраста. А в Европе, в других странах, там, 6, 7, 8 вот, возраст занимает. А как все-таки те качества, которые борьба воспитывает, помогли вам в жизни? То, что я сегодня добился, что на свете, это все благодаря борьбе. Вот закаляет человека. Ну вот так борьба, она очень сильно повлияла на всю вашу жизнь. А что это борьба? Это мужской вид спорта. Как вы говорили, кричали, мужчина, это Кавказ, Осетия, Дагестан, там. Это вообще и у нас также мужчина там. А первые деньги откуда пришли? Первые деньги? Я же аграрник, я выращивал помидоры, огурцы, капусты там. Это сельское хозяйство. Лук там. А, конечно, когда боролся уже совсем другое, уже не нуждался в деньгах там. И что, мне платили 155 рублей как стипендия, что я борюсь. Ну, меня, правда, оформили как штатный тренер там, 18. Я детей тренировал. А что вы любите для себя делать? Для себя? А что для себя? Я для себя что? Добро делать людям. Только Аллах милосерд способен на все, щедрость ему, другое ему, все, а мы кто бы такие-то? Но все равно хочу, чтобы хорошее имя уйти на то средство, мои дети, внуки, внуки, правнуки гордились, что дедушка такой был там. Все-таки вот вы прожили большую жизнь, я так вижу, как много сделали, а если бы заново, что называется, Заново, что-нибудь иначе сделали? Я повторил бы там такое. То же самое? Да, конечно. А что? Заново разве стоит, буду продолжал бы так. А я для себя не жил. Мой хобби – спорт. Понимаете, спорт. Это мое сердце. Ну, некоторые бывают, кто-то другую вещь любит, третью вещь любит, кто-то вообще ничего не любит. Ну, вы счастливый человек, да, вы занимались. Я очень рад, что мне повезло в этом мире, в этой жизни, там, то, что, а что, человеку все мало, если честно сказать. Моя мама говорила, по мере возможности, сынок, аккуратно живи, говорит, там, лишнего не позволяй, она мне советовала.
А я глупый человек, все раскидаю, все думаю, я думаю, что в сужен, что так будет. Нет. Вот сейчас старый след, через месяц 73 года, я очень энергично работаю. После 70 лет, оказывается, и деньги сладко становятся, и жизнь сладко становится. А почему сидят? Будем работать. А что вот сегодня внукам вы советуете? Вот? Внукам, чтобы они учились. Они, у меня внуки учатся, а я сейчас, сын мой молодой, маленький там один, олимпиада по математике два раза там, один раз, первый, второй месяц занял, а внуки сейчас преподают мне. Запястье дедушкина положили незаметно. Где, Валя, где? Ищите, знаешь, где она сигареты? Где? Снимай левый башмак и доставай сигарету. Снимай, доставай. Левый. И вытряхивай прям. Вытряхивай оттуда. Вот ты взрослый мальчик, а веришь в сказки, а? Они слишком понимают, но этого мало. Я им всем говорю, прежде чем воспитывать детей, пусть первую очередь узнают узбек. Кто такой узбек? У нас земля. Святая. Палка засушена, растет. Понимаете? Весь мир восхищается нашим продовольствием. Аграрным продовольствием. Весь Союз снабжали когда-то. Мой брат совхоз, директор совхоза и председатель райисполкома. Да находки там, да Чукотки возили наши. Лук, помидор, дыни там или что-то там. Весь мир. Легенда. Умар Хайям писал стихи, другие писали, Ширази, Шах Сади писали про Самарканда, там это, Бухара. Есть пословица даже, узбекские там, думаю. Не пословица, но как, это как четверенка, это стихи. Самарканд, Сайхали, Руиз Аминас, Бухара, Куват, Ислам. Самарканда, красота, говорит, славится, как Исфахан Насиджахан, это Исфахан. Красота мира, вот, подобно такое, Самарканд, Сайхали, Руиз. Это Самарканд своей красотой весь мир удивляет. А Бухара свой верующий, это там, как называется, как бы. Паломничество. Не, паломничество. Пока Бухары не навещает, нечего ехать в Мекке, Медина. Есть ли у вас мечта? Мечта, какой мечта? Что мой народ красиво жил. Не хуже кого-то, не лучше кого-то. Понимаете? Правильно жили, а вы услышите. Мы сейчас очень идем, наш президент, дай Бог ему здоровье, чтобы тысячи лет жил. И идет вот так, потом. Вы очень ближайшее время один из великих стран мира станем. Это хочешь, не хочешь. Я вам гарантирую, и весь мир приезжает к нам, туризм. У нас сейчас какие мероприятия проводили, Шорсы, там Самарканд, другие. Мой президент столько сделал, он... энергичные, со всеми государствами налаживают отношения. Великими, большими, маленькими соседями. Мы никогда так спокойно не жили вот, раньше. Вот соседям как шоколадные отношения. Раньше там не разговаривали, например, там, или там с тем. Нет, я не политик. Но я очень люблю свою страну. Своего президента люблю. Свой народ я люблю. Свою традицию я люблю. Там, посмотрим. Я это как будто я сейчас вижу. Ну, вы много тратите на спорт. Спорт, а что я нахожу, то спорт трачу. Потому что благодаря спорту я до сегодняшнего дня добрался. Вот. Но вы пятикратный чемпион. Нет, по юноше, по молодежи, там, все сайты, турниры были так, да. Я 16 лет, 48 годов, я 50-го года. Чемпион города стал, там потом... следующий год чемпион Узбекистан, потом так. Ну, это по юноше, по молодежи, все вместе. Союз, сесть там, серебро получал, там, в Союзе выступал 3-4 раз. В школьной спартакиаде выступал. Ну, детство так интересно было, боролся. 5 лет, 4 года я там действительно первый номер был. По юноше, по молодежи там. А с кем вот удалось из таких, ну, людей, которых мы считаем легендами, в сборной побыть? Не, удалось там со всеми, многим я боролся, я многих именитых борцов выиграл, например, чемпион Союза я выиграл там. Был Толстоклав, молодой парень, тогда целого отвела турнира был, там Чуйко был, там в 70-м году по молодежи чемпион Союза был там.
А потом чемпион Союза был у меня в Ферганске, там, там Фатиков там тоже, очень сильные басы были. Потом я был призер Союза Ленинградского, за Осипов, очень сильные басы были, двухрады призеры Союза были там. Я в финале в 1968 году, сам, 18 лет был, в сезонном турнире выступал там. В финале боролся заслуженный мастер спорта с серебряным призером чемпионата мира 62 года и чемпионом Европы по дзюдо Робертом Джагамадзе. Он командирован был у нас сельского возглавления там. Ему 29 лет было, а мне 18. Я дошел до финала, я только ему проиграл. Какая-нибудь схватка особенно запомнилась? Вот, ну, схватка, конечно, запомнилась. Бывает такое. Ну, и 16 лет я, во-первых, забыл, мы сами в сборы попали. Первое, чем наша заграничная поездка была, ну, так все будем считать, Советская Республика, там, Дружеская Республика, в Грузию мы полетели. А до этого у нас Алматы был СЕС, зона, там, чемпион Союза, что ли, с нами знаменитые заслуженные мастера спорта летели. Вот, что-то Ламидзе, Зарбек Бериашвили, Схов Рыбов, там, по-моему, еще Альбегашвили, там, ну, тогда есть только через Ташкент был в Тбилиси. И мы приехали в Тбилиси, я еще помню, Гантиаде, спортзал, приехали, матч встречи был, а там тренер был заслуженный, тренер чемпион мира, там чемпион Союза был, там очень знаменитый Борис Балавадзе. Это грузинская фамилия? Грузин, да, первый основатель борьбы в Грузине. Грузины неповторимы, борцы, они родились для борьбы, тогда ни дагестанцев, ни осетинов, тогда еще не было. Это в 52-56 году они боролись, Олимпиада. Хельсинки еще, по-моему, потом и Мельбурн. Это один из первых олимпийских чемпионов, это Салкаламанидзе, Грузия, Схирдладзе, потом Макакашвили, там они старые поколения. Вот. Потом появились уже другие, Зарбек Бериашвили, вот там. Хохашвили, Рубашвили, там очень сильные борцы. Вот. Это перечислили, вот, я еще помню, ну детский помню. Там. Потом появились уже совсем другие борцы, современные. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1967 году, или когда Спартак народ СССР, общая команда выиграла сборная Грузии. Да, это... Россия очень сильная была, очень борцы сильные, например, Иван Ниский, там, другие. Там, ну, за Россию многие боролись. И у нас, в Узбекистане тоже, 50-е годы, 60-е годы были, осетины боролись, дагестанцы боролись, тогда, ну, периодически боролись. Например, в 55-м году Гамарник, это чемпион мира за Узбекистан, Елкан Тедеев, вот, осетины там. У нас... Ну, мои любимые борцы, вот от старшего меня Жора Захсор. Очень красиво боролся. Мы подтягивались, учились у них, как бороться. Елкан Тедеев я не достал. Он, это 60-е годы, он еще Олимпиады боролся. Дух там, по-моему, если я не ошибаюсь, там. У нас Хадарцев боролся, Гатагов, я еще помню. Кардану, Кабардан Белгород боролся. Ну, это значит, узбекский. Это были, это не так, что, как сегодня, легионеры, там кто-то что-то переходит. Вот узбеки всегда из веков в веков боролись. У нас и тогда узбекские хорошие борцы были. Вот, например, у нас русский Назаров, Юрий Назарович, там, это был там, это Руфат Аблаев, чемпион Союза, 59-61 год. Но они крымские татары были, их Олимпиады не пускали там тогда. Закон, один из первых олимпийских чемпионов у нас Рустем Казаков в 1972 году. Это Крым с Татарой его пустили. Наш министр спорта партбилет поставил. Партбилет поставил в Москве. Сказал, я отвечаю, если что-то случится там. По тем времени не выпускали. Руфат Аблаев великий, борец всех времен. Он чемпион Союза был 59-61 года. Ну, его не пускали. Вот он произвел там, это очень сильный борцы. Я не воспитывал Рустам Казакова, брат. А
А вы сейчас возглавляете Национальную федерацию спортивной борьбы. Да, спортивной борьбы Узбекистана. А вот российскую Михаил Мамиашвили возглавляет. Какие у вас отношения? Я тесть тебя проделил. Михаил Мамиашвили очень уважаемый человек. Бесчемпионный чемпион мира. Я еще следил за его, когда молодой был, за его схватки. Очень бросковый, все накатывал там. Он класс. In Arcebo. Не на территории Узбекистана, не на территории бывшего Советского Союза, нет. Практически ни одного спортсмена, который так или иначе состоялся, в судьбе которого бы не принимал участие этот гениальный человек, человек мира. Человек, которого продолжают любить, невзирая на политические изменения, невзирая на экономические ситуации, человек всегда желанный. И дорогой гость, и всегда это с огромной любовью, радостью. Но, скорее всего, наверное, потому что человек посвятил свою жизнь, даря свое сердце и свои возможности, гениальные свои способности людям, для того, чтобы на этой земле было чуть больше тепла, чуть больше добра. Он классик, да? Да, как молодой он. Греко-римская борьба. В 83-м году Спартакиада народ сестрировал и сразу оттуда Арсен Фазаев тогда выиграл. Арсен Фазаев выиграл за Узбекистан тогда. Почему сейчас много очень таких разговоров всегда? Допинги, допинги. Сейчас большой спорт, без допинга невозможно. Допинги это американцы придумали. Вот, например, Таймаз трехкратный олимпийский. Какой допинг? Он натуральный трехкратный олимпийский. Это невозможно. Карелин. Да, Карелин трехкратный. Как можно допинг доказать через 8 лет, через 10 лет? Почему сразу, когда борьба кончилась, уходит, сразу допинг берут? Через 15 лет вам предъявляют допинг был. Через 15 лет апелляцию даем, чтобы апелляцию поставить, американцы должны проверять. Сразу 100 тысяч долларов залог должен поставить. Угу. Чтобы проверить, есть выгреб или не выгреб. Разница нету. Это неправильно. Как? А почему допинг есть? Вот боролся, кто не бери. На следующий день скажи. Нет, через 8 лет, через 15 лет разве можно говорить? Я считаю, это неправильно. Они просто, это политическая игра, понимаете? Того снят золото, то это неправильно. Это, я считаю, Артур Таймаз, это трехкратный олимпийский чемпион, герой планеты. Вот Карелин Сансавич, Александр Васильевич Медведь, Буаш Сайтиев. Ну, много великого. Вот, смотрите, Арсен Фадзаев, это феноменальный бойц. Бахарбек Хадарсов, вот, у него семья была. Первый узбекский чемпион, вот, это Олимпиада была Рустам Казаков, а потом... Арслан Хадарсов, первый. Ну, вообще спорт всегда был, спорт и мир такой, а потом спорт, стал политикой как-то. Спорт – голубь мира. Да. Это из вековья, когда Александр Македонский воевали с кем-то, персами там, или там Юлий Сезар воевал. Они воюют там год-год, никто не может помнить, потом письма отправляют, давайте отдохнем 20 дней. Состязания проведут. Нет, состязания. Кто копья метает далеко. Кто борьба там, кто луком там, кто проведет. Вот олимпийские марафоны, вот, с тех пор остались 42 километра, 185 метров, это когда персы нападали на Грецию, он пошел своим людям предупредить, 42 километра, 185 метров. Много борцов уходит, вольников, в единоборства, такие как бои без правил, например, Хабиб, да, и завоевывают там большие результаты, потому что борьба, она как бы вот помогает и в таких видах спорта. Как вы к этому относитесь? Ну, это рекордсмен мира, непобедимый. Бог его одарил таким, его отец, царство небесное, Аллах, чтобы куда рамазан, его воспитывал правильно. Он герой нации, герой советского бывшего, герой сегодняшней России там. Он доказал миру, кто такой жители бывшего Советского Союза. Понимаете? Ну, олимпийский вид, олимпийский вид. Это так, бой без правил вчера придумали американцы, начали диктовать туда-сюда, как будто они только умеют драться. Ну, Хабиб Нурмагомедов вышел, доказал, что
бывшие Советские жители, люди, супердержава, вот такой великий Россия, ну непобедимый, вот, ну это доказал духом, да? И так доказал, и тогда, ну я сторонник олимпийского вида спорта, чемпионат мира, но ну они тоже там сейчас деньги зарабатывают, село свое, спортивную школу ставят, школу строят, там, дело не в этом. Скажите, у вас есть какие-то принципы, свой личный кодекс, которым какой вы руководствуетесь? Принцип? Кому я могу принципиально сказать что-то? Я слишком добрый по жизни. Да. Слишком добрый. У вас много друзей. Ну, мне все думают, что я жестокий, туда-сюда. Ну, я неправильных людей я не люблю, да. Я богобоязненный человек, я верующий человек. Меня воспитали так, с детства, с 7 лет. Представляете? Вот живем, какой бы слава ни была, мы в первую очередь должны среди окружающим. Если нам Бог дал много там состояния или что-то, что-то, если соседи чуть-чуть нуждаются, мы должны в первую очередь, чем далеко родственникам, вот соседям помогать. Соседи долю имеют. Если ты соседна, вот по-узбекскому есть. Уйомагин кошту агин, говорят там. Дом не купи, говорят, соседа купи. Вот так, постовайся. И потом сосед скорой помощи, первый помощник. Угу. Если мы богатые, они имеют права у нас, мы должны заботиться о них. Вот сегодня жители Узбекистана, да, например, да, или жители России, богатые должны заботиться о других людей, помогать дальше своему президенту, правительству, а то куда вот миллиарды, 5 миллиардов, 3 миллиарда, дай Бог, чтобы они вот заработали деньги. Это на их здоровье благотворитель быть должен быть. Строит полезные. Вот, например, сейчас спортивные вот, детсады, школы, оздоровительные там, или там колхозы, там что-то, что-то там, оборудование покупать там, облегчит труд человека там. Понимаете? Uh-huh. А некоторые забывают. Понимаете? Спонсор я имею в виду. Я этим живу. Что осталось? 73 года. Будет через месяц. Я говорю, вот, энергичный я. Так считаю. Я свою ошибку сам знаю. Нет, без ошибки не бывает. Только один Аллах, Бог не ошибается. А мы все банда, люди. Иногда алчность, иногда соблазняет нас. Женщины или там какие-то красивые вещи, или что-то, то-то, нет. А каким бы вы хотели запомниться своим? Запомниться? Нам оценка дает после нашей смерти. Если мы честно проживем, наши дети подняты головой будут ходить. Гордиться. Их будут уважать, на работу будут брать, поддержат будут. Понимаете? А если неправильно мы живем, скажут, у него дед плохой был, отец плохой был, не подпускают никуда. И они будут страдать за наши поступки. Такая же своя поступка, рано или поздно есть спрос. Если не в этом мире, на том свете. Я просто хотел бы, конечно, в земном мире был мир. Понимаете? Без вины люди страдают. Я не люблю я. Лучше есть пословица старинная. Лучше худой мир, чем хорошая война. Представляете так? Салимбай. Вот представь перед Богом, что бы вы ему сказали? Представь перед Богом, что вы сказали, говорю. Я болю. Я по-узбекски послал, я Аллах, узи джамалин куриш насбеткен. Узи алдинда отыргенда, савал джаблари осаллаштырген. Спрос, говорю, не мучу, говорю. И сейчас дуа, это дуа. Ну и русской Библии там есть это. Аллахуме, инни асалюка тамама нимати. О, Аллахуме, дай мне правильно еду, халал. Готовиться надо на тот свет. Спрос рано или поздно будет. Понимаете, это неизбежно, это факт. Боимся, ночами не спим. Я молюсь поэтому. Я и намаз читаю, честно. И продолжаю чуть-чуть грешные дела тоже, но что делать?
не могу я, конечно. Вообще это бессонно для грешников. Еще ни грешник не родился. Вот. Своим трудом надо доказать, что предан своему государству, своему правительству, своему президенту. Там. А то каждый свой тащит в свою сторону, там, сразу хочет что-то вырвать там. Деньги любят все. Деньги, шайтан тоже любит его. И деньги это для нас испытание там. Если деньги полюбил никого, он не полюбит больше. Только дальше, дальше, дальше. Я, например, никогда за свою жизнь кредит не взял. Я не понимаю, что такое кредит взять. Понимаете? Я работал, так, 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 так. Ну, когда надо было деньги, у друзей занимал, и они у меня занимали там. А зачем человеку деньги, да? Много денег не помещает хорошим людям. Правильным людям. Он поделится. Закон есть такой. Закон это как налог бедным там или что-то, что-то. Есть подаяние, есть подарки, хадья называется. Понимаешь? Соблюдать надо. А что там набит вот мешок? Лежит деньги в подвале или где-то. Деньги должны гулять, деньги должны находить денег. Хорошие бы деньги не помещали, хорошие бы человек. Ну нельзя стать рабом деньги. Пусть деньги будут нам рабом. Ты понимаешь? Конечно. А есть люди, которые нечестно заработали деньги. Богатство, оно, говорят, там, в сердце. Да. Да. Если Аллах ищет, сердце ищет. Долбоёр даст покорность, такой, там есть пословица. Аллах, чтобы сердце было, а рука на работе была. Кто работает, тот и ест. Да, 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 это да. Высоцкий пел ещё. А что? Спортсмен вообще. Я аграрник, я работал. Это... Китбином там, ну, чем только не занимались, я не только я, и все так же, в моем возрасте, кто-то, все такое тяжелое. Говорят, вы в машину тяжелое, водили, дальнобойщиком. Да, кем только не был, кем только не работал. Профессия плохой не бывает, плохие люди бывают. Нация плохой не бывает, плохие люди бывают. Согласен. Узбекистан, это солнечный Узбекистан, 4 времена года, самые вкусные продукты. У нас и овощи, и фрукты. Не, хлоп, тоже хорошо, и сейчас сажают. Но у нас вообще родина фруктов, Узбекистан. Я родина видел фруктов. У вас саду такие фрукты. Красивые. Пусть не будут обижаться да. Другие государства, другие нации. Ну как у нас фрукты? Приезжайте, возьмите семью или родители. 7 тысяч раз слышите? Самарканд, Бухара, Хорезм, Ташкент. Это. Если честно сказать, я свой государство, Узбекистан и Ташкент на весь мир не поменяю. Поняли? Я такой патриот своей родины. Это не обидно. Пусть они другие тоже хотят, что хотят, пусть болтают. Ничего страшного. Ну, я люблю так. У меня велосипед нету за границей. Мне что подарят, быстро там я ее продам или там кому-то ченч сделаю, я Узбекистан приду. Боясь осяны. Вот сейчас, иногда мы говорим, вот там, моя состояние Узбекистана, если останется, моему народу останется, Узбекистана останется. Вот честно, вот они доказали сейчас весь мир, что неправы наши предприниматели, бизнесмены, честно, за границей, детям что-то, что-то купили, они не оставали. Арестуют и самолеты, или корабли там, или дома, это правильно разве? Я банк никакой в мире не доверяю. У меня нету банка, никакие деньги. Они говорят, что я миллиардер. У меня свои банки есть. Трехлитровый или пятилитровый, или дома, сундук, или дома брошу куда-то. Я никогда деньги... Я не понимаю, никак, нигде нету у меня вообще. Было, я ставил раньше там. Да? Смотрю, вот сейчас какая несправедливость. Вот сейчас. Возьмем Россию. Все деньги арестованы. За эти деньги, оказывается, будут другие строить. Это неправильно еще. Чего у меня осталось жить? Мне 73 будет сейчас. Я ничего не боюсь, кроме Аллаха. Я бы посоветовал бы людям образуются правильно, выводы сделать и жить по закону Конституции. Вот как законы, конечно, можно прописать, но люди обычно исполняют то, что им родители заповедуют. То есть это не законы, это что-то большее, это воспитание. Нет, дом это, конечно. Если ребенок растет дома, родители ерунды занимаются, он таким же и будет. Если их правильно живут,
У нас по узбекский посольство есть. Кушинды курган наклада. Дети, то, что дома родители себе позволяют, они набирают от них. Похоже на них будет. Дома нельзя около детей ругаться. Так, лишнего позволяют там. Дети, если ты, когда ему 3 года, 5 лет, 7 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, ты его не мог воспитать, он причина твоей смерти будет. До конца жизни будешь жить. Родители с детства должны правильную жизнь, да, правильную жизнь там, скажем, чтобы он боялся Аллаха. Вот сейчас у нас будет новый закон Конституции. Иншалла, я в этом не сомневаюсь, пусть люди очень благородные, условия создаются всем жителям Узбекистана. Понимаете, всем жителям Узбекистана. Ими должны поддержать своего президента, дай Бог ему здоровья. И нечего там, помогать надо своего народа. Его забота, если мы чуть-чуть отделились от человека, чем-то богатствуется, мы должны помогать и поддержать. Как можно, когда наш окружающий плохо живет, мы должны слишком хорошо жить. Нет, помочь. Не они тоже, они будут потом превосходить нас. Им условия надо создавать, помогать. Я пожелаю своему президенту, своему руководителю, чтобы красиво прошла эта наша вот эта реформа и закон Конституции, паспорта. После я вам, тогда я вам дам еще интервью, уже небольшое, это большой масштаб. И паспорту, и по-другому, и третьему. Молюсь, пусть земному шару мир. Спасибо вам мир. За это интервью. Желаю самого наилучшего. Пусть расцветает земной шар.